А в эти минуты на сцене драмтеатра развернулось грандиозное событие. Красочное шоу посвящено 80-летнему юбилею общественно-политической газеты «Северный рабочий». Двухчасовой концерт об истории газеты, ее сотрудниках и главных темах, которые поднимали на страницах издания в разные годы. Я молодой сотрудник, поэтому для меня очень важно работать в газете с такой богатой историей, которая выходит уже целых 80 лет. Принимать поздравления с юбилеем коллектив начал еще утром. Северодвинский хлебокомбинат подарил торт. В гости к сотрудникам с благодарностью за многолетнее сотрудничество и верность профессии пришли представители Северодвинского городского суда. Юбилей газеты «Северный рабочий» – это история нашего города в газетных строках. Это праздник не только коллектива газеты, но и многочисленных ее читателей. За прошедшие 80-летие изменился внешний вид газеты, изменилось поколение журналистов, но неизменным осталось одно – актуальность освещаемых вами тем, искренность и преданность своему читателю, отсутствие равнодушия, умение сопереживать чужой беде, стремление вовремя понять и помочь нуждающимся в поддержке. О том, как прошел юбилей одного из старейших изданий в Северодвинске, газеты «Северный рабочий», расскажем в рубрике «Культурный город» в понедельник.